Может, по жаре сейчас хожу, может, пробьет это. Потеешь, температура сама по себе сбросится. Добрый день. Дальше, мужчина. Лето закончилось и начался бархатный сезон. А? Народу много так же, как и уезжал в Крым. Время 10 минут 6. В Лазаревском не меньше ходишь, чем по Крыму ходил. Уже прилично тусанулся. 3 сентября сегодня 2020. Лазаревская. Солнышко припекает. Здраво. Жарко. Тридцаточка. В интернете нарисовано, а так на самом деле не знаю. Мне кажется, поболее. Там фон. Там листочек. И думайте, Рюсь, половину уже поудалял. Потому что подходишь и музыку врубает на всю. Под осень почему-то всегда музыку не хорет. Скажем, кафе. В Крыму люди раскованно себя чувствуют. И сжатые. У них улыбки даже на лицах нету. Это ты все, ты че? Доехали, упали на море и все. А ну покажи, сколько осталось в канистре. Ага, давай еще чуть-чуть. Хорош. Ага, отлично. Так, теперь это дело надо размешать. Давайте малого засунем туда, пусть поболтахается там. До Юры дойду. Спросим, что новенького. Юра, в Коктебеле катамараны 300 рублей в час. Нифига подобного. Давайте еще. Чтобы мыло хорошо размешалось, вот его надо пляже размешать 2. Нет. 4, 3 минуты. Вот так вот. Чтобы слезы у детей в глазах не были. Так, сейчас быстренько знаем, чем займись. Пока что пойди. Найти электрика, дискотеки какие-то, он сказал. Это очень важный фактор для пенных вечеринок, понял? Электрика найди, узнай заземление. Зачем она нужна на пляже дискотека? Да я откуда знаю. Блять, я такой сегодня недоволен вообще, пиздец какой-то. Просто сам на себя злюсь, иду, блядь. Все раздражает, блядь. Люди, музыка. Директор, где? Винегретик, где же еще? Короче, я так понял, ты растешь, прорабом будешь, да? Хороший кафе. Ну, поручиком. Кстати, дружок мой не там. Не-не, не болтыхай его, просто разве твой. Может, дружок здесь? Да. Я снимал это кафе уже. Сейчас просто быстренько пройду, посмотрю, может, дружок здесь мой. Нету дружочка. Нету моего дружочка. С собаками поговорить хочу. Соскучился по собакам, а не по людям. А ну, слева опять музыка. Твою мать, блядь.
Вы видели в кафе какие кафешки? И посмотрите, лазаревские какие кафешки. Что, он крутиться не будет? Пляж Дельфин. Рыбаков вижу много. Вода чистая. Вода просто чистоганище. Какие же все полные. Господи Иисусе Христе. Юра идет. Здравствуй, Юра, Саш, дорогой. Подписчики все тут плачут, говорят, умирают. Где? Где Олег делся? Пошли, ты туда идешь? К себе? Че, как дела, Юр? Хорошо. Скучают все без тебя. Да брось. Я серьезно тебе говорю, подписчиков, знаешь, сколько приходит? Когда Олег приедет? Когда Олег приедет? А что они хотят от меня? Ну, с тобой увидеться, поговорить. А-а-а. Ты же у нас знаешь, как это... Они хотят, чтобы я их... На море да снял, нет, как просто... они плавают, нет, да? Нет, просто поговорить, скучают все, говорят, как бы его увидеть. Приехали ради этого, когда пляж сюда и приходит. А еще это незаметно. Вот. Так что, ждут тебя. Доска твоя стоит. Да что? Я в Крыму, Юра, был. Воды хочу попить, ужасно. Да, сейчас водичка, сейчас внесу. Приходите посмотреть на малышей. Работаем ежедневно. Расписание информации по телефону 8 800 3 2 96 76. Поселок Лазаревская, улица Лазарева 108А. Дельфинарий в здании с Макдональдс. Прям в море уходит на заказ. С Юрой хоть поговорил. Полтора часа, 7 часов закат, вот как раз они.